Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и сегодня мы проводим очередной тест. В этот раз мы будем проводить тест радиостанции Midland GXT850. Это следующее поколение Midland'ов GXT1050, то есть они, в отличие от тех станций, работают еще и в PMR диапазоне безлицензионном, то есть в LPD диапазоне и в PMR. Будем проверять именно в диапазоне PMR на четвертом канале, так как проверяли радиостанции Motorola Talkabout и TLKR именно на четвертом канале в PMR. Почему четвертый канал? Потому что это середина диапазона примерно безлицензионного, и опять же нам не будет никто мешать, скорее всего, потому что первые каналы обычно заняты кем-то. Поставили мы также коды CTCSS для того, чтобы не принимать никакие помехи или если кто-то разговаривает на этом канале, тоже их не слышать. Далее, аккумуляторы, естественно, полностью заряжены. Антенны штатные, потому что они несъемные у данных радиостанций. Будем тестировать на стандартных точках, которые всегда используем для проверки радиостанций в городе. Итоги будут в конце видео. Точка номер один, Midland GXT850. Надя, посчитай, пожалуйста, до 5. Прием. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в принципе, 5 баллов, все нормально. Midland GXT850, вторая точка. Надежда, вызови меня, прием, до 5 досчитай, прием. Еще раз, не слышно, прием. 1, 2. Еще разок, 1, 2 только прошло. Еще раз, пожалуйста. Еще раз, пожалуйста. Досчитай до 5, прием. Еще раз до 5 досчитай. Блин, ну что-то... Надя, еще разок до 5, пожалуйста, прием. Еще разок, Надя, до 5 досчитай. Сейчас, подожди, поворачивайся. Еще разок до 5, прием. Можно еще раз до 5. Можно еще раз, прием. Надя, еще раз досчитай до 5, прием. Еще раз досчитай до 5, прием. Ну, 2 балла еще можно поставить. Все-таки связь была, но крайне нестабильно, конечно. 2 балла получает. Третья точка, Midland GXT850. Надежда, досчитай до 5, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 5 баллов. Нормально. Здесь высоковольтных проводов нет, соответственно, помеха не лезет, место по открытию, поэтому она в этой точке хорошо отработала. Дальше проверяем ее тогда, не выходит она пока из теста. 50, точка номер 4. Проводов связаться с днем на кнопку Boost, но для максимальной точности. Надежда, пожалуйста, посчитай до 5, прием. Она меня удивляет. 5 баллов я ставлю на этой точке, все хорошо.
Midland GXT 850, пятая точка. Пытаемся связаться. Надежда, слышишь меня? Прием. До пяти досчитай. Досчитай, пожалуйста, до пяти, прием. Досчитай до пяти, пожалуйста, прием. Досчитай до пяти, прием. Не, ну тут уже, конечно, бесполезно, расстояние уже слишком большое, тем более здание рядом. В общем, все, Midland выбывает. Ну что, закончили мы тестирование радиостанции Midland GXT 850. Нас они, честно сказать, приятно удивили. То есть они отработали лучше, чем радиостанции Motorola Talk About. Ну, то есть они одного уровня, да. То есть что те мощные радиостанции безлицензионные, что эти. Но у этих, конечно, мощность больше, чем положено в диапазоне LPD или PMR. Но все равно позиционируются они как безлицензионные станции. Отработали они достаточно неплохо. На второй точке они почти сдались, потому что там большой уровень электромагнитных помех. Так как идет линия высоковольтных высоковольтной передачи очень... Много этих линий расположено прямо над точкой и никуда, в принципе, не сместиться, потому что провода идут вот прямо над дорожкой. Мы специально это место выбрали для того, чтобы отсеивать радиостанции, у которых слабая помеха защищенность. Но в целом радиостанции нам понравились, динамик достаточно громкий для городских условий, никаких проблем с управлением, то есть все работает четко, батарея не села за это время ни насколько, то есть прекрасно они держат заряд и работают достаточно неплохо, то есть они отработали и третью, и четвертую точку даже, то есть по сравнению с другими безлицензионными станциями они отработали лучше. Весь рейтинг радиостанций нами протестированных будет внизу, по ссылке доступен под видео. Если у кого-то появились вопросы, обязательно задавайте, ответим. Всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, скоро нас станет 3000 ровно подписчиков. Обращайтесь, пишите. Всего вам доброго, до свидания.